Место солнца, ты, место воли, хамут.
Yeah.
Это такое продолжение нашей сказочной темы, которая, ну, вообще сказочные здесь странники по жизни. Все время на колесах. Как поет Александр Ф. Скляр, «Жизнь на колесах». Я с ним полностью согласен. Это вот такая жизнь на самом деле, ребята. Вторая часть песни под названием «Дурак». Сказки не имеют конца, они имеют только продолжение. Черти как, жил на свете дурак, без царя во голове, сам как на ладони, в тех краях, где угар, колот мор да пожар, где дым стада облаков по земле гонит. И не сразу, не вдруг, но забыл, что жил иначе. В хороводе ночей стыло пламя очей, и со временем в тех краях не осталось зрячих. Пути, и что-то впереди, как найти нам по пути.
краю, а на самом краю, где землей отродясь пробил бледный почерк, чтобы свет разметать над землею опять. Бился с мутью дурень три дня и три ночи. Начинайте. Почитайте надпись, какая написана. Шевчук ее придумал. И просил вас об этом. Уже человек 5 загасили, вот пока я пою 4 песни. Вытащил из другого теста, что сделано. Вы что, не люди, что ли? Создается впечатление, что вы вот эти козлы, они люди на самом деле. Каски одели вам все можно. Зла не хватает, я уже бьюсь за это 10 лет, и все одно и то же. Будьте людьми, прошу вас. Вот такой капкан. Ровная
корабельные летают. Земли, города, завтра снова в новом месте. Все козыри на месте. Это все надолго. На пьяных столах, где музы облюбовали сортиры, а боги живут в зеркалах, где каждый уже сиквишес, а на деле и озев капсон, где расстрелец поразил смех. Самолеты, пароходы и поезда. Сегодня мы снова дома, а завтра нас ждет Москва. Послезавтра мы станем пить пиво, может быть, в Око, может, тогда. А что с нами будет через неделю? Казино, чем-то на караван-сарай, чем-то на отравы масло, чем-то на Хиросиму, чем-то на привокзальный тир. Рубяные дома хозяйки зеленеют при слове «Рак». Товарищи в кабинетах заливают щеками стол. Им опять за обедом столкнут с тем горы. А теперь это рок-н-ролл. Да, это рок-н-ролл. Фашисты, шпана, фанатики социально опасны, и по каждому плачет тюрьма. Мы пена в мутном потоке, пресловутой красной волны. Так об этом снова станут писать коммунисты, если они придут к власти и будут правы. С точки зрения высших сфер молодежные группировки берут с нас дурной пример.
Мишке был день рождения, я не могу удержаться, чтобы не спеть его песню. Спокойная ночь.
понимаю, что день долгий, пора и чей знать, последнюю песню спою. Звезда.
Константин, а вам не обидно было играть на этом фестивале первыми? Для меня это высокая честь быть первым. И когда мне предложили быть первым, я сказал сразу «Ое». Понятно. А вот сейчас играет всего лишь вторая группа, но вот есть у тебя какие-то личные симпатии? Третья, да, правильно. А какие-то личные симпатии есть уже вот на этом фестивале? Или, может, они даже раньше как-то... Молодым, я имею в виду, командам. Безусловно. Это группа «Сплин». Я люблю эту группу. Они проехали сейчас с нами по маршруту, такому достаточно экстремальному, потому что было сложно для неопытной команды проехать полтора месяца, быть в гастролях.
отработать 20 концертов, и они это сделали. Они молодцы. Спасибо. Я люблю группу «Сплин». Молодежные группировки берут с нас дурной пример.